Всем привет! Сегодня я покажу, как делать вот такую цепочку. Косичка, цепочка, я не знаю, как правильно ее назвать. Я увидела ее, как всегда, на турецком канале. Скоро сама по-турецки, наверное, заговорю. Но пока еще только понимаю, что она делает руками, но не понимаю, что говорит. Но хочу вам показать вот такой узор. Мне он очень понравился. С него можно очень много изделий выполнять и везде его применить. Для образца нашего узора набираем 19 петель. Первую снимаем и провязываем один ряд лицевыми петлями. Поворачиваем, первую снимаем и провязываем 4 лицевых. Три, четыре. Теперь 9 изнаночных. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9. И опять 4 лицевых. Раз, два, три, четыре. И кромочная. Повернули вязание на нашу лицевую сторону. И теперь нам нужно, чтобы у нас было всего 10 рядов. Мы теперь один ряд провязываем все лицевые. Второй ряд провязываем. Вот эти два ряда мы повторяем. И так мы делаем 10 рядов. Провязываю 9 и 10 ряд. Первую сняли. Наша лицевая сторона, значит, здесь а все лицевые должны быть петли. Провязываем все лицевые. Последнюю изнанкой. Кромочную. Чтобы получилась косичка. Поворачиваем на изнаночную сторону. Первая у нас снимается. Тут мы провязываем, как я уже говорила, 4 лицевых. Три, четыре, 9 изнаночных. И опять 4 лицевых. Получилось у нас 10 рядов в сумме. Теперь приступаем к нашему основному узору. Провязываем вот эту сторону, будем провязывать, и вот эти края постоянно будут одинаково идти до самого конца вязания. Вот эта часть будет участвовать в самой косичке. Поэтому первую снимаем и провязываем 4 лицевых.
Теперь сам узор. Провязываем 6 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь поворачиваем вязание. Первую снимаем и провязываем раз, два, изнаночной. Опять поворачиваем вязание. Повернули. Опять первую снимаем. Две лицевые. Повернули. Сняли. Две изнаночные. Опять повернули. Также провязываем еще два ряда. Первую снимаем. Две лицевые. Поворачиваем. Первую снимаем. Две изнаночные. Поворачиваем. Первую снимаем. Раз, две лицевые. И теперь нам понадобится еще одна дополнительная спица. У меня нет специальных спиц дополнительных. Я беру обычную. Скидываем наши 3 петелечки. И они уходят вперед, чтобы не мешали. Теперь берем еще одну и с правой набираем еще 3 петли. Перекидываем. И это уходит за плетень вязания. И между спицами дополнительными, смотрите, чтобы они у вас не повыскакивали, если они как мои обычные. Перекидываем еще 3 петли. Раз, два, три. С левой на правую еще 3 петли перекинули. Теперь главное не запутаться. Сначала берем та, что перед. Закидываем на правую спицу ее. Раз, два, три. И теперь нужно провязать правую спицу с дополнительной спицей, которая была сзади. 3 петелечки провязываем. Раз, два, три. Убираем спицы дополнительные. Теперь, так же, как мы здесь сделали, продолжаем то же самое. Лицевые. Раз, два, три, четыре. И кромочная. Поворачиваем. И провязываем, как мы провязывали внизу по узору. Первую сбрасываем, 4 лицевых. Девять изнаночных. Раз, два, три. 4, 5, 6,
9 и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. И кромочная. Вот такая петелька у нас получилась. Уже видно, в принципе, что это будет. Теперь мы делаем вот этот узор, так же, как мы здесь начинали, продолжаем здесь. 10 рядов такого же узора. Вязала я еще 10 рядов. Опять первую снимаем, этот провязываем, как и раньше. 4 лицевых. Теперь начинаем вязать наш узор. 6 лицевых, 3, 4, 5, 6. И так же, как и там, поворачиваем. Первую снимаем, провязываем 2 изнаночные, поворачиваем, первую снимаем, 2 лицевых, поворачиваем, первую снимаю, 2 изнаночных, поворачиваем. Раз, два, повернули, сняли, раз, два, и последний раз. Раз, два. Как и здесь, мы теперь делаем то же самое. Берем дополнительную спицу, перекидываем на нее вот эти 3 петелечки. Оставляем перед работой. Берем еще одну спицу. Чтобы она не вылетала, можно ее вот так воткнуть в вязание. Еще с правой спицы перекидываем на левую 3 петли, оставляем за вязанием, за работой. Теперь с левой на правую перекидываем оставшиеся 3 лицевые петли, 3. Берем спицу, которая была перед работой, перекидываем тоже на правую петли. И провязываем с задней спицы за вязанием наши лицевые петли. Раз, два, три. И теперь вяжем как обычно. Лицевые. Раз, два, три, 4, изнанка кромочная. Сейчас провяжем еще несколько рядов также по рисунку, как мы и вязали в начале и посередине, и будет видно, что получилось. Раз, два, три, 4, изнаночная 9. Вот что у нас получилось. Вот такая вот цепь, очень симпатичная, изнанка. Подписывайтесь на мой канал и всем творческих успехов.